Курс доллара в одесских обменниках резко упал. Продают наличные на 19 копеек дешевле, чем вчера. Сейчас он стоит уже 27 гривен 20 копеек. Курс покупки сегодня ровно 27 гривен за доллар. Средний курс покупки евро снизился почти на 38 копеек, продажи на 29 копеек. По словам экспертов, такие резкие валютные скачки связаны с высокой учетной ставкой, по которой Нацбанк предоставляет коммерческим банкам деньги в кредит 18%. Это очень много, а потому велика доходность государственных облигаций 19-20% годовых. Высоким является и процент по кредитам, которые выдают банки 23-25%. Такая высокая процентная ставка, она приводит к тому, что выгодными являются вложения в гривне в государственные облигации. И вот в январе месяце, там, по-моему, на 6 миллиардов гривен, были куплены эти государственные облигации, причем значительная их часть была куплена нерезидентами, то есть теми, кто обменяли доллары, евро на гривни, и за эти гривни купили государственные облигации. Вот в результате спрос на гривню для покупки государственных облигаций, он вырос, предложение долларов выросло, и курс доллара, он снизился. Стабилизацию валютного курса эксперты также связывают с предстоящими выборами. По их прогнозам, курс гривны значительно снизится в начале следующего года.